Ребятки, всем здравствуйте на канале Пиратская жизнь. Слушайте-ка, идем гулять, решили все-таки сходить в кино, называется Шэнь Джэнь, по-моему. Шан-Чи и тайна... Чё? И легенда 10 колец. В общем, какой-то я посмотрела, рейтинг у него очень хороший, 7,4. Чё ты мне снимаешь? Ой, извините. А, ничего. Вот, Вовчик у нас там в красивом виде. Вот, и, короче, решили сходить в кино. Вот, я одела свою новую кофточку. Да, конечно, прям специально снимаешь. А что у тебя, вот пузико. Да. Вот красивая пузико. Что, красивый мужчина стоит? Да. Что, в красивой майке от Василька. Писька злая. Смотри, девочки, одела, короче, свою кофточку от Фила. Она потеплее. Вот, такая вот прикольненькая кофточка. Хотим сейчас, может быть, зайти еще в Коллинз. Иди сам. Кш. Что тебе надо? Телефончик. Дай мне это. Положить. Телефончик положить. А одевайся. Ты ходишь, мешаешь. Тут ходишь, мешаешь. Вон сам мешаешься. Что, куртка сушишь, что ли, так ее, да? Кстати, завтра жду свою курточку от Колумбия. Вот, завтра должна прийти. Так что все хорошо, голову намыла. Что-то. Надушилась, блин, у меня духи уже заканчиваются. Мои классные-классные духи. Вот эти вот заканчиваются. Лови Эстебель, да, вот, который мне подарили. Придется самой покупать. Но они действительно очень классные, прям очень запах нравится. Сейчас надушилась, в общем. Так и красивые, довольные. Сейчас идем гулять, может быть, еще по магазинам пройдемся. В общем, как говорится, не буду на себе экономить, девочки, не буду на себе экономить. Решила, что я достойна и куртки Колумбия. Почему постоянно Вовчику, главное, не жму, а себе постоянно все жму. Так что вот, пойдем еще, может, сегодня прогуляемся по магазинчикам, что-нибудь померим. Приехали в кино, как всегда, опаздываем. Не умеем мы вовремя. Че, хочешь прям так? Ну, поехали. Без кофе? Ну, как так? У нас водичка хоть есть? У нас же воды нет. Водичка там есть. В общем, короче, ты меня прям совсем без ножа режешь. Без кофе, как так? Как так идти в кино без кофе? Так. Ну ладно. Переживем. Мы недавно кушали. Ты-то перекусил, главное. А я-то нет. Да. Да, он орешки хоть взяла. Потом погрызет. Ну ладно, ребятки, пошли мы в кино, потом все расскажем. И дальше ходим по магазину. Ребятки, сходили в кино. Блин, классный вообще фильм, мне очень понравился. На самом деле, классно снято. Оказывается, это Марвел, я даже не ожидала. Ну вот, прям фильм огонь. Огонь, огонь, огонь. Вот, сейчас все расскажу. Музыка играет. Так, кажется, продолжение. У нас в реестре артефактов нет ничего похожего. Какие мысли? Мысли? Я здесь скажу. О. Не из вибраниума. Короче, это все актеры, да. Калифорния. Короче, я поняла, это новый герой в Марвелах, в Мстителях. Да-да-да, это они просто так сделали предысторию. Откуда, чего, куда, как. Вот, в общем, Шан-Чи и Легенда 10 колец. Вообще классно, блин, вообще. Вот что называется уметь снимать. Да-да-да. Вот нашим бы поучиться снимать, а то снимать всякую дычь. В общем, хороший фильм. Мне прям очень понравился. Я даже не ждал. О, посмотрели кино. В общем, тебе понравился фильм? Так себе. Ой, так себе. Сидел такой весь. Да, да, да. То ты, да. Дом на другой стороне, он какой-то... Ой, столько всяких фильмов сейчас выпускают. Блин, такое качество шикарное, ребята, просто неожиданно. Просто неожиданно, что у нас столько таких классных, классные фильмы. Какой-то запах классный. Чем-то вкусненький таким запахом. Вот. А, знаете, что? Я хотела сейчас сходить вниз. Там у нас золотой апельсин. Хочу посмотреть... Я хочу сейчас посмотреть духи. Потому что у меня духи уже заканчиваются. Хотя посмотреть, сколько они стоят для начала. К чему быть готовыми. В общем, сходим, сейчас посмотрим. Золотой апельсин. Да, посмотрим. У нас здесь вот в торговом центре Небо. Есть на первом этаже. Плюс там же можно кофе зацепить. Где? Шэньчжэнь. Шэньчжэнь. Неожиданно, да? Не, фильм, кстати, вот хороший. Вот кто любит, знаете, все вот этот Marvel, все вот это вот драки в стиле Mortal Kombat, прям вообще хороший, классно провести. Даже для детей подойдет. Вот, смотрите, ребенку понравилось. Да. Моему ребенку понравилось. Ребенку, да. И вашему ребенку тоже подойдет. Что, обязательно сходите, посмотрите, пока идет. Вот с ней. О, кстати, да. Первый этаж. А чем сейчас, интересно, у нас стоят айфончики? Ну, 13-й еще пока не скоро. Можно пока посмотреть.
такие. Так, это у нас какие? 12 Pro Max, кстати, очень сильно подешевели. Здрасте. Так, это у нас 12-й, 79. 12-й мини 61. Кстати, ну... Это максималка, 256. Нет, максималка 512. А? Ну, почти. Вот, я сейчас думаю себе это, может быть, купить еще iPhone. Ну, не знаю. Кстати, мне кажется, ну, я хочу посмотреть, какой выйдет 13-й. Посмотрите, вообще, ну, что там напихали, а потом можно думать. Потому что, на самом деле, 12-й айфон очень сильно подешевели. То есть, я помню, когда на старте выхода, я там, помню, тоже ходила слюнями, так, обтекала. Они 140-150 были. А сейчас вот они уже 107. А вообще, я в интернете смотрела, там и 88. То есть, Pro Max. Что не обязательно покупать в таких вот салонах, есть намного дешевле. Вот у нас золотое яблоко. Дисконт-центр. Здесь температуру меряют при входе. Так вот, видите, золотое яблоко не пускают без температуры. Это круто. Так, так, где мой эстебель? Лавебель. Эсте. Ван, показывай дорогу. Я помню, где-то мы тут видели. Такие ароматы сразу. Шисейдо. Да, штучки прикольненькие. А это просто так. Так, для красоты. Не знала. Прийти так покраситься и уйти. Чего? 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 Где-то тут, да? Вот то, что я раз продаю. Ага. Ну, так, 4500. Ну, копейки вообще. Так, Dolce & Gabbana. Где у нас это были? Нашла? Нет. Где? Вот. Это Булгария. А у тебя что? А мне нужен Эстель, Лавебель. Булгария у меня есть, у меня еще целая упаковка. Только у меня не такой Булгария. Он, кстати, стоит 8400. Тоже он неплохой. У меня черненький Булгария мне дарили. А мне нужен Эстель. Эстель, Эстель, Эстель. Где у нас Эстелечки? Какой запах, ароматы. Ну, цены, конечно. Я хочу посмотреть, сколько здесь стоит, потом, может быть, в интернете поищу. Что, нету? Не видно? Босс. А, слушай, ты читай по этим. Написано сверху. Кензо, лови, лови. Эстебель, лови, бель. Здесь нету? Там где-то стоит просто. Жалко, жалко, жалко. Да. Ой, запах классный. Вообще, какие классные. Ну, конечно, этот парфюм не дешевый, считается. Так, вот. Ой, как здесь красиво. Да, меня на самом деле научили быть ценителем. Спасибо большое нашим зрителям, которые меня привили чувство прекрасного. Нет, по-моему, здесь нету. Нет, лови, боль не вижу. Пойдем дальше смотреть. Так, Гуччи, Лакост, Босс, Гуччи, Гуччи, Вера Вонг. Кстати, распродажа Вера Вонг. Кстати, вот никогда не нюхала Вера Вонг. Да, ну вот, давай, я тебя буду тут клянчить. Подари мне, подари мне. Писик таракай. Да нету здесь, пойдем в другой отдел. Скидки до 40%. Я узнаю его из тысячи. Вот, мне девки подсказали. Ланком. Это у нас Лавебель. Да, ну, а называется Эстель Лавебель. Вот он. Лавебель, вот они. Вот они. Ланком. Вот, здесь уже весь выдухали, вынюхали. Вот здесь стоит. Да, ну-ка, да. Нюхали. Держи. Вынюхали. Подержи. Вот, подержи. Держи. Держи. Возьми он. Нет, это... Вон палочку возьми. Это не те. Палочку возьми. Вон там, вон чистая. Где? Вон она. Все, девочки, понюхаем. Все, поставь что-то. Нет, это не те. Это не те. Да, тебе вообще не те. Это не те. Лови, ну, по-моему, вот эти у меня были. Нет, какой-то слишком сладкий аромат. Да, их тут несколько. Вот еще.
Угу. Вот еще. И вот еще. Угу. Угу. Но у меня был, по-моему, вот такой. Да ты сама не знаешь, какой у тебя был. Ну, немножко это не тянет. Сладкий совсем аромат. Кстати, вот этот неплохой вообще аромат. Так, вот. Ну, в общем, буду иметь в виду, что цены у них 5600, 4700, 3300. Ну, вот у меня, по-моему, был вот такой вот. Ну, по крайней мере, упаковку. По упаковке я смотрю. На упаковка она вся одинаковая. Ну, так-то да. Вот это тоже какой-то интересненький такой ароматик. Вот здесь у нас вот все вот это. Красота. Вкуснота. Ланком. Я прям любила с Ланком. Вот Булгари, мне кажется, он какой-то сладковатый такой у нас. Тут аромат. Новый. Какой? Вот этот ароматный? Новый. О, ну-ка, подожди-ка. Держи-ка. Держи. Так, понюхай. Что за новый? Аккуратней. Так, какой открывать? Понюхай. Тут не тычешь. Я все равно чувствую. Мне нравится. Этот не очень. Этот не очень. А вон там еще. Угу. Старенький. Старенький? Ну, типа старенький. Угу. Вон еще сколько их тут. Я вот это еще хочу понюхать. Подожди, подожди. А здесь тоже целый ланком, да? Да. Вот сюда еще. Посвети. Хочу вот эти понюхать. Это такая упаковка красивая. И смотри, цветочки. Это роза. Роза? Роза. In rose. Видишь, написано. Угу. Ммм, кстати, какой классный аромат. Реально, розы пахнет. О, классно. Классно, классно, классно. Так, это стоит, получается, 5600. За сколько? А, за 100 миллилитров. Это за большую, получается. Да, самая большая. Так, и вот попробую последний. Вот этот вот интенсимент. Так, ну, кстати, мне нравится вот эта упаковочка, видите, она такая с бантиком. Так, где мой дружочек? Не разбить бы. Ну, такой сладкий аромат. Роза мне, кстати, понравилась, вот эта вот с розой, она очень хорошая. Вот. В общем, будем знать. Я хотела прицениться. Но скоро у меня мой заканчивается, так что будем, так сказать, выбирать. Вот. Ну, по упаковке, судя, у меня вот был вот такой вот. И почему-то как-то он вот другой аромат. Не знаю, чем отличается. А ты какие любишь духи? Какие? Для мужчин. Ты же, по-моему, говорил, какие-то у тебя это любимые были. Вон Шанель тут у нас все. Шанель. Ну, мне не нужно Шанель. У меня, так сказать, все свое, природное. А, Ван любит Армани. А, точно. Ван Армани любит. Что, какие ты любишь Армани? Вот такие вот? Вот такие, да? Арманико? Ну-ка. Сейчас мы их понюхаем. Вот. Такой, да? Че? Кстати, прикольно. Это мужские, да, ароматы? Да. Ну, то все, теперь от тебя пахнет Армани Кот. Не, прикольно, кстати, нормально. Получается, стоит 4400. Классика. 4400. Новые вот. Такие? Вот новые. Это типа как виски. Это вот такой вот Армани. Больше. Для мужчин. Ну-ка, а чем пахнет? Положи. Ну, вот, непонятно, куда эти палочки девать. Давай вот эти понюхаем, да. Сейчас тебя всеми надушим. Не надо, нет. Ты сними маску, понюхай. Не надо мне душить. Ты понюхай. Я тебе сказал, не надо. А это уже нюхаю. Такой, кстати, тонкий, да, достаточно. Прикольный. А, ну, извините, я неправильно делаю. Теперь ты пробуй вот это. Да? Давай.
больше какой-то хвойный. Дров. Это какой-то хвойный, да? Ну, по запаху. Вот такой у девочки. Выбираемся мужикам, да. Хорошие ароматы. Вот Вован привел карманник, говорит, хорошие. Ну, реально хвоет, похоже. В туалете. Понюхай, понюхай. Ну, что, чем пахнет? Да, такой немножко. Это хвойный. Я тебе говорю, как в туалете пахнет. Нет. Такой хвойный немного. Хвойный? Попробуй вот это вот еще. Давай вот за 5-200. Да, вискарь. Это виски, да? Ой, здесь тоже какая красивая упаковка вообще. Ну вот, есть черная, есть такое. Это точно для мужчин? Что-то они какие-то, как это, красивые такие слишком упаковки. Нет. А это женский, да, уже идет? А, получается, вот этот вот мужской, вот, а это женский отдел. Не всегда. Да? Это виски? Запах виски? Сладкий. Ну, чувствую уже, кстати, аромат такой, да. Ну, красивый такой парфюм. Такие вот цены, девочки. Сейчас скидки. Армани. Армани, Армани, Армани. Ну что? Ну-ка. Такой. Сладкая ягода. Ну, слишком сладкий. Я не очень люблю сладкие. Ягодный такой. Да, а, блин, твой Ланком не сладкий. Не, мне вот этот понравился, кстати. Вот этот хороший. Вот Армани. Вот такой вот. Я бы хотел, чтобы у тебя воняло вот этим. Вот этим. Давай, нюхать. Давай, нюхать. Так, где у них кофе? Кстати, плохо, что у них нету кофе. Обычно дают понюхать кофе, чтобы немножечко это, сбавить ароматы. И спей ты первый из моего кубка. Ну-ка. Нет, вообще какой-то как химический кофе. Я тебе говорю, вот это самый нормальный. Вот это вот мне понравилось. Туалетная вода Aromes. Aromes, мужская, 100 мл. А, типа как вот это, только более такая резкая. Да? Это вот более сладкое, а это более резкое. Вот это сладкое, вот это более резкое. Вообще, конечно, нужно все нюхать. Мне кажется, женщине нормально выбирать. Потому что женщина должна же нюхать своего мужчину. Вот уж что нравится мужику, это уже не его проблема. Да-да-да. Так что, девочки, если буду выбирать Вованову духи, приду и сама буду нюхать. Если мне понравится женский аромат, значит, тебя будет пахнуть женским ароматом. Да-да, это тоже Джорджо Армани. Джорджо Армани. Ну, красивые такие упаковочки. Да, много здесь всего. И цены, конечно. Ну, в общем, я поняла. В общем, Эстебель стоит 3... Нет, 4... 5 тысяч почти, да, стоит. Ах, буду искать, буду искать. Вот так вот. Ну, почему-то того аромата, который вот у меня, я и не нашла. Странно. А это что такое? Маски? Маски. Маски всякие, да. Какая-то еда и прочее. Ну, ладно. Короче, спасибо этому дому. Пришли, понюхались, подушились. А тебя теперь пахнет? Да, да, да. Ну все. Да, 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 да. Буду брызгать, буду брызгать. Все, пошли. Причем, видите, заметила, что вот мы зашли и сразу нас это померили температуру. То есть просто так не пускали. А вдруг мы какие-нибудь заразные. Что ты хочешь? Ланком были. Ланком были? Не, Ланком вроде как только там. Нет? Шисейда вижу. Так, дальше идем. Смотрим. Ну, красивый тут дядечка такой. Я еще в прошлый раз его приметила. Такой прям крутой. Привет. Подарки там какие-то дают. Это здорово. Надо, конечно, новый аромат попробовать. Чего я все сосредоточилась. Но прикольно. Он от меня убежал. Что-то все ищет, ищет. Все, девочки, теперь буду клянчить у Вана духи. Вова, ты понял, да? 5000. 5000. Ты теперь, у тебя теперь будет официальная зарплата. Вот, ты теперь знаешь, что мне нравится, что мне не нравится. Ты теперь знаешь, какой Армани код мне нравится. Вот, теперь буду клянчить ему уже духи. Ну, Вовка, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Хватит. А, иди бери. Ты даже ковыряться не будешь? Выёживаюсь. Ну ладно, ладно. В общем, как-то так. О, а здесь у них, смотрите, как это. Умывалки и прочие штучки. Там где вход? А? Выход. Ну, наверное. Но мы же ничего не взяли. Пойдем кофе возьмем. В общем, нагулялись мы сегодня. Сходили в кино, посмотрели духи, понюхались. Вот. Надо с точным названием прийти. Ну, потому что... Блин, вроде не все называются от Lancôme L'Estebel. Вообще-то ароматы все разные.
Ну, вот, кстати, тот розовый мне очень понравился. Он прям такой, знаете, прям нежный-нежный, прям розовым пахнет. Классно. Вот. Ну, дорого. Дорого и богато. Вот сейчас кофеечку возьмем, пойдем прогуляемся немножечко. И домой. До дома, до хаты. Так вот. Ну ладно, сухой это плачет. Я говорю, ну ты теперь это, самозанятый, теперь официальная зарплата будет с Ютуба. Понимаешь, и давай, подарки мне. Вот надо его раскулачить. Тем более у меня скоро день рождения. 5 октября. Да-да-да. А вот, пускай он мне дарит. Надеюсь, он понял мой намек, жирный, так сказать, намек. Что жена хочет. Вот. Такие дела. Ладно, мои хорошие, пошли мы дальше прогуляемся, немножечко подышим воздухом. Увидим с вами на Могубанке обязательно. Так что заходите. Напишите, какие ваши любимые ароматы. Вот. Я, может быть, приду, понюхаю, может быть, мне тоже понравится. Я потому что в этом деле такой, знаете, профан. Вот, что мне вот прислали Ланком, я как бы, классно. Вот, так что будем приучать меня к хорошему. Будем делать из меня настоящую женщину. Все, люблю, всех целую, увидимся на Мукбанке. Всем спасибо, всем пока.